Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная порция. Сегодня мы с вами проверим один известный лайфхак и миф, который поразил весь интернет. Как же очистить микроволновую печь от нагара, жира и загрязнений с помощью обычной губки, тарелки и стакана воды. Погнали! Для этого нам с вами потребуется обычная вот такая вот губка. Мы взяли новую. И тарелка с глубоким таким дном, так сказать. Не совсем большая и не совсем маленькая. Также нам с вами нужна обычная проточная вода. Все, что мы делаем? Мы просто пропитываем губку водой. Пока она новая, она еще плохо впитывает, кстати, воду. Но сейчас мы это быстренько исправим. И на дне тоже немножко осталось. Давайте еще немного добавим. Вот. Столько нам будет вполне достаточно. Теперь мы эту тарелку ставим в микроволновку на 5 минут и смотрим, что у нас получится. Вот в таком состоянии наша микроволновка. И устанавливаем тарелку прямо на центр. Ну вот, прошло у нас с вами 5 минут. Открываем нашу микроволновку и достаем. Обязательно в перчатке, это будет очень горячо. И как заявлено в полезном совете, все должно отходить само по себе. Давайте попробуем на задней стенке. Кусочки присохшей разогретой еды, конечно, хорошо размочились и, в принципе, отходят. Но давайте посмотрим, допустим, вот сюда. Вот здесь какой-то нагар, видите, желтый. Давайте попробуем его почистить. Очистится он или нет? Также можно попробовать сверху. Здесь, кстати, тоже все довольно-таки хорошо и быстро очищается. Все раскисло. Так, вот тут попробуем понизу. Смотрите, тут тоже все прекрасно отошло. Это конкретно полезный совет. Но есть один нюанс. Присохшие остатки еды, небольшой нагар и жир, это все счищает, все раскисло, все хорошо. Но, тем не менее, без использования каких-либо чистящих средств, вымыть микроволновку до бела, до чистоты, до хруста невозможно. Подписывайтесь на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Здесь мы проверяем мифы и лайфхаки, полезные советы и бытовую химию для экономии вашего бюджета. Пока!